Привет всем, ребят, с вами PlayGameRu, и сегодня, ребят, мы поиграем в игрушку Counter-Attack. Сегодня я вам на этом видеоролике покажу все баги и все на картах, которые я знаю. Видео будет немножечко подлагивать, ребят, так как я записываю с... Чё? А, ну ладно. Ну, типа... Не с приложения, а с самого типа устройства. Так, это вторая нычка уже. Надеюсь, вам понравились те мувики, которые я сделал по Counter-Attack. Если хотите еще, то пишите комментарии. Я обязательно сделаю еще, ребят. Так, это на 4. Бага где-то. Так, ну что, на этой карте у нас заканчиваются уже баги. Переходим, ребят, мы перешли к другой карте. Катя, мне дали тычки на 2 часа. Так же, как и вчера, керамбит. Блин, ну... Мне не нравятся тычки, у них мало анимаций. Даже у керамбита больше, чем у них. Да и как-то они сами по себе не интересны. Так... Тут нету. Вот, сейчас покажу. Нычки я, наверное, все знают, так что... Не знаю. Можно вот так. Так, ребят, лагает видео, я. Так. Вот я хотел бы туда залезть, вон туда, но, блин, туда нельзя, короче. Так, ну на этой карте, по-моему, 1-2 бага. А, нет, подождите. Вот еще один. Вот сюда можно запрыгнуть. Разгона. Так, вот так вот. Ну, короче, вот сюда можно запрыгнуть. Если вы знаете то, что тышники будут идти вот сюда, на... О, баг. На Бэпленд, то можно сюда вот так вот сесть. К примеру, вот с какого-нибудь там калаша, что ли, или эмочки, и спокойненько забрать себе киллы. Так, на этой карте тоже особо никаких багов нету. По крайней мере, я тут никакие не знаю, так что переходим к другой карте. Ребят, пришли к другой карте. Карта у нас Rage. И что у меня тут? Уна. Так что, как-то так вот будет видео. Тут где-то будет 2-3 нычки. Сейчас вот первая нычка. Здесь можно вот так вот засесть, короче, если вы играете за КТ. Или вы знаете то, что ты... Ой, так, стоп. Если вы вот играете в СД, и вы знаете, что КТ пойдет вот так вот, что ли, в обход вас, типа, заходить, то можно вот так спокойненько сесть и спокойненько забрать себе килл. Можно, по-моему... А, вот сюда можно вот так вот залезть. Опа. Блин, было бы очень хорошо, если можно было вот так вот сесть, вот так вот. А, просматривать, но нет, нельзя. Так, еще одна нычка. Эту нычку многие знают. Засесть за КТ или за Т и сидеть спокойненько забирать киллы. Так, пойдем покажу вам последнюю нычку, а предпоследнюю. Вот можно сюда залезть, но это больше не нычка, это типа так хрень, короче. Надо все быстренько показать последнюю нычку, ее, думаю, где-то 50% знают точно. Вот можно сюда еще залезть на кровати и сидеть, типа, ждать. Залазим вот сюда, вот так вот, хоп. И можно вот так вот либо тут, либо вот тут, а вот, короче, сидеть. Я этой нычкой часто пользуюсь, так что берите на заметку. Переходим к другой карте. Все, ребят, вот еще одна карта, короче, с нычками, с багами. Иран или Ирак, как там. Короче, поправьте меня в комментариях, как он. Я просто по-разному называю. Так, вот, первая нычка сходу сразу. Хоба. Хоп. Ну тут типа вот так вот. Вторая вот сюда, короче. Ну, типа вот так разгоняемся и прыгаем. Сейчас покажу. Так, вот так, короче, как-то. Кстати, ребят, вот многие игроки, даже вот сейчас вот я играл, перед тем, как записать видеоролик, я вот играл, то есть спокойненько с АВП.
И меня игроки называют читером. Блин, почему меня называют читаком? Я что, как-то подозрительно играю, вроде бы обычный игрок, вот, кстати, а нынчика была. Вот. Еще одна. Обычный игрок, который любит винтовки. Смотрите, вот, можно тут хорошо сидеть. Так, а можно? Нет. Нельзя, печально. Так. Сейчас попробую вот сюда залезть, но я не уверен. Так, нет, хорошо, нельзя. Так, вот еще одна вот нычка. И вон. Можно прятаться, защищать плент. Так, тут нету ничего. И переходим, короче, ребят, к другой игре. Прошу прощения, ребят, не к игре, а к другой карте. Вот. Последняя карта на сегодня. Тут много багов. Вот, раз, к примеру. Ну, как сказать, это не баги, а нычки. Вот, два. Мало кто, наверное, знает эти ныки. Так что я решил показать их. О, нифига. Три. Три. А, нет, нельзя. Ну, хорошо, хорошо. Так, сейчас еще чуть-чуть походим. Посмотрим. Вот так же и сюда можно залезть. Можно залезть на автобус, но это такая себе нычка. Ни разу не замечал это, ну ладно. Так, сейчас чуть-чуть походим. Ну, тут особо больше нычек нету. Никаких багов, так что я думаю, надо заканчивать видеоролик, ребят. Да, заканчиваю видеоролик, ребят. Ну, короче, надеюсь, вам хоть одна нычка тут понравилась. Обязательно поставьте лайкосик и обязательно подпишитесь на мой канал, ребят. И всем, кто недавно на меня подписали, всем спасибо за 125 подписчиков, ребят. Нас уже 125 человек, да. Ну, и всем пока, ребят, с вами был PlayGame.ru, это был видеоролик про нычки и баги на, ну, в игре, короче, Counter-Attack, надеюсь, вам понравилось, хоть один баг. Ну, и всем пока, всем удачи, до новых встреч.